Всем привет, это Сафронов. Это кот Мандарин. Мандарин, привет, поздоровайся. Ну так он здоровается, да, и ну, вот такие приветствия кошачьи, типичные. Ну, к чему это я? Вы мне писали в комментариях. Я их пока читаю, пока есть комментарии у нас на YouTube, все отлично. И в них написали про Arma. Говорили, сделай обзор на Arma Toys. Я написал производителям Arma Toys, говорю, мне просят. И мне прислали Arma Toys. Это резинкострелы. Arma Toys. И сегодня будет вот такой обзор. Нет, кот в порядке, не волнуйтесь. Это все, все рассчитано до мелочей. Видите, вот кот, вот это. Я не положил коробку на кота, совсем нет. И вот, друзья, сразу пруф, что мне прислали с официального сайта Arma Toys. Это официальный сайт производителя. Вот прямо отсюда эти пушечки. И мало того, мне выделили скидку для вас в 7%. По промокоду, который вы видите на экране, вы можете получить при покупке одной из этих пушек. Для небольших пушек, которые стоят недорого, это просто приятный бонус, а для больших крутых пушек это уже внушительная скидка в 7%, крутая, так что пользуйтесь. Пушки, конечно, выглядят круто, да и компания уже известна, как вы пишете в комментариях, но узнаем мы, стоят они своих денег или нет, из этого ролика, по крайней мере, я для себя решу. Начнем с данной модели. Это деревянные резинкострелы, уже собранные. Сразу уже готовые собранные модели. Звуки выстрелов, экологичные материалы. Для офиса и детской. Вот для офиса. 10 резинок в обойме. Так, здесь еще и куча резинок в комплекте. Как давно у меня на всякие пушки не было обзоров. Друзья мои, я как соскучился по этому. Надеюсь, вы поддержите это видео лайком. И будут они почаще выходить, потому что у меня еще запланирован еще один. Воу. Воу, слушайте, а круто. Вы знаете, я не ожидал, что он будет так хорошо лежать в руке. Он собран прикольно. Есть логотип Arma здесь. Есть очень крутые вот эти декорированные накладки. Очень классные. Свинчено все. Видите, склеено и свинчено. А также есть, имеется механизм. По внешнему виду прикольный. И лежит в руке, главное, очень круто. Не тяжелый, но при этом и не пушинка. То есть он чувствуется, что он сделан из дерева, да, но как бы не из камня. О, какой я гениальный вывод сделал. Спасибо большое за логичное заключение, товарищ Сафронов, кто-то сейчас скажет. На упаковке была инструкция, как мы это все заряжаем. Заряжаем. И куда мы сюда вот, опа, вот так вот закрепляем. Вот это у нас одна резинка. Теперь главное, в кота не попасть. Бам, развлекуха котам сейчас будет. Итак, раз, закрепляем. И, да, звук, щелчок присутствует. Резинка улетает. Кот, по-моему, в шоке. Вы посмотрите на него. Мандарин, нормально все? Все устраивает. Окей, видимо, да. И сейчас мне хочется зарядить. Написано, 10 резинок можно зарядить. Мы берем, закрепляем, прокручиваем звездочку назад. Ага. Цепляем вторую резинку. Прокручиваем звездочку назад. Третья резинка. Раз. Прокручиваем звездочку назад. И так далее. Так, и 10-е сейчас, уже так чувствуется натяжение, напряжение чувствуется, и теперь у нас все 10, насколько я понял, или 9, или 10, и сколько я... Давайте попробую еще одну, мне, наверное, он даст понять, нужное количество или нет, я зарядил, ну вот так, это может быть 10-е. И что ж, давайте проверим, как стреляет, опять же, не на коте, немножечко так вот в сторону отведем и посмотрим просто, как происходят выстрелы, когда у нас заряжено тут, видите, все 10, прикольно. А, ну ладно, поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. В другую сторону кот пошел по делам. 9, 10, все-таки я лишнюю одну нацепил, но... Видимо, 11 можно. Надо попробовать скорострельность, обязательно проверим точность и во что-нибудь постреляем. Давайте теперь посмотрим на следующую модель. Следующий Glock 18. Glock 18. Она немножко по-другому, видите, оформлена, поменьше пушка. Мы сейчас сравним размеры, габариты и все остальное. Также здесь куча резин. Glock мне нравится даже больше, ну, лично мое мнение. Просто он намного круче лежит в руке, он компактный такой. Не знаю, у каждого наверняка будет своя любимая пушка. Все отшлифовано, никаких заусенцев, никаких
каких-то, не знаю, щепок, ничего не торчит ниоткуда. Все сделано аккуратно, подогнано, отшлифовано, свинчено, он не болтается, он не трясется. Ну, то есть это готовая производственная вещь, это классно. Когда они были в упаковке, и когда я видел их на картинке, ну, просто смотришь, и пушка. Но когда берешь в руку, она очень прикольно ощущается. Давайте теперь посмотрим на то, как его заряжать. Его заряжать проще чуть-чуть, меньше натяжение, но не знаю, будет ли от этого зависеть дальность стрельбы, проверим и выстреливаем. Вау, ой, две-то нет. А слушайте, а можно две? Две, видите, я просто отпускать надо. Ну-ка еще раз, подождите, две проверим. Уж будем тестировать разные сценарии, почему не только так, как написано в инструкции. Ну видите, да, с задержкой, лучше по одной, конечно. Цепляем, раз, и назад звездочку, два, и так далее. Так, здесь получилось тоже, но смотрите, у него чуть-чуть меньше здесь вот этот выступ идет, и резинки немного выступают, как бы они не соскочили при стрельбе. Проведем 10 выстрелов и затестим, как они летят. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, нет, все нормально, летело. Но цепляются, видите, тут меньше такой вот зазорчик получается по сравнению с предыдущей. Однако все хорошо, все летит отлично. Ну вот, если сравнивать, да, это вот прям огонь, огромная пушка. Если помладше, кому-то берете или у кого-то небольшая рука, то я рекомендую вот этот брать. Если хотите большую, здоровую, огромную пушку, то рекомендую этот, потому что, ну, реально сильно больше, прямо и хват здесь больше, и расстояние само до спускового крючка больше, ну и потяжелее она будет чуть-чуть. Однако вот у нее есть, да, вот этот элемент, и цепляется вот сюда лучше больше резинок. Мне все равно нравится пока больше вот этот. Опять же, посмотрим по его техническим характеристикам, я имею в виду по стрельбе, но так тоже очень крутой. Ну а теперь супер-дупер штука. Вау! Вы видите, автоматический резинка стрел VSS Винторез. Вот в такой огромной коробке. Она уже, конечно, и стоит дороже, но она выглядит очень классно. Посмотрите, здесь есть еще что. Есть АК-47. Кстати, я почему у меня его нет? И почему я хочу теперь? Есть ППШ. Это ППШ уже собранный, и это ППШ резинка стрел, к тому же. Есть другие пушки, есть Стечкин, есть ПМ, и здесь есть подставка для того, чтобы можно было его красиво поставить, и здесь есть 5 мишеней, уже они здесь есть в комплекте. Звук выстрелов, ощутимая отдача, серьезно, прицельный огонь, до 20 резинок в обойме, экологичные материалы для офиса и детской. Но это мы уже знаем, для офиса. Надо доставать, смотреть, это просто невозможно, как руки чешется, посмотреть, что там внутри. Пока не открыл, здесь есть еще сзади полезная информация, инструкция, естественно, информация дополнительная, что длина 720 мм, дальность стрельбы 7 метров, здесь есть подставка, и есть варианты, какие могут быть варианты окраса, то есть, может быть, если вы любите вот просто такой классический, просто деревянная винтовка с накладкой, и есть вот в этом просто бомбическом, как по мне, черном цвете, оно просто очень крутое. И также с подставкой идет. Тут информация про винтовку, ВСС, бесшумная снайперская винтовка и так далее. А здесь о производителе. Произведено, кстати, в России. Сама винтовка, она, конечно, бомбическая, сразу скажу. Есть вот такой вкладыш, арма, листовочка. С различными вариантами, и вот в разных окрасах, и калаш есть, и ППШ есть в черном цвете, класс, теперь хочу коллекцию из этих. И вот что нас ждет вскоре, в ролике, на обзоре, вот эти еще пушки, они тоже очень интересные. И вот тут такая вот небольшое дополнение, это здесь как раз подставка и мишени в виде злобных каких-то враждебных вояк таких. Подставочка, автоматический резинка стрел. Арма, Тойс. И она собирается таким образом. Раз и два. Оп, готово. Как вы видите, здесь резинки намотаны сюда. Удобно для хранения. Ну, я не думаю, что... Хранение, я думаю, резинок у вас будет, скорее всего,
просто дома где-то в каком-то определенном месте в банке, в пакете. Очень забавно еще, что эти резинки, ну то есть эти снаряды, не стоит практически ничего, или стоит копейки, целый мешок этих резинок, и можно не жалеть их и просто везде их раскидывать. Реально тот расходный материал, который не жалко, хотя с ними ничего не будет, и если вы их потом просто соберете с пола, тоже будет нормально, и будете их использовать. Ну и плюс можно разные цветные еще, я думаю, какие-нибудь выбирать. Вояки есть, подставка есть, вот так она может стоять, пушка у вас где угодно, очень красиво и уверенно располагаться, снимается легко, ставится легко и надежно стоит, закреплена, все, не падает никуда, снимаем в нужный момент. Ладно, сейчас будем с пушкой разбираться. Передняя часть, вы видите, склеена из таких кругляшков и покрашена также сверху. Здесь элементы, корпус также свинчен, и ух, круто, это и морилка, или что это такое? Ну, в общем, краской вот этой черной покрашены все элементы. Вы понимаете, да, что можно и как бы кастомизировать самому, если взять в другом цвете, и там как-то можно частично ее покрасить в каком-нибудь защитном цвете, или в каком вы там захотите, или, может быть, цветную, наоборот, сделать свою раскраску. Смотрите, как здорово размещен прицел снайперский. Ох, у меня не умещается в кадре это все дело, настолько огромная она. Снайперский прицел, причем он, между прочим, функционален, в него можно смотреть. Удобный хват, здесь не слишком большой, не слишком маленький. Ограничения по подвижности, ну, это все-таки снайперская винтовка, ее нужно немножко по-другому держать, и поэтому с ней там бегать как-то, прыгать будет не так удобно. Здесь лучше взять, если вы хотите более такую активную, вести тактику боя, то нужно взять что-нибудь поменьше и покомпактнее. И, конечно, шикарный приклад. Здесь, смотрите, с отверстиями. Также он покрашен, как и накладки у пистолетов. Также здесь гравировка Arma Toys. Здесь магазин. Он, вот видите, немножечко так ходит. Это неспроста, я так понимаю. Здесь есть какая-то суть в этом во всем деле. Почему это так делается? Потому что, скорее всего, именно это отдачу будет давать. Скорее всего, да? Сейчас мы проверим. Ну да, вот видите. И мы будем чувствовать тогда отдачу. Это интересно. Проверяем. Резиночку берем, цепляем и вот сюда. Ох, здесь натяжение уже какое серьезное. Я думаю, ну, естественно, будет зависеть от натяжения дальности стрельбы. Так что она будет бить дальше, чем пистолеты. И теперь у нас вот один заряд всего лишь здесь. Проверим. Итак, кота нету, никого нету. Безопасно. И пробую. Ну, естественно, ждать отдачу, что вам синяк на плече оставит эта штуковина, не стоит, и слава богу. Она небольшая, но она присутствует, благодаря как раз вот этому элементу, который так вот бам, обратно делает, и вы чувствуете отдачу, она чувствуется. То есть это другое впечатление уже, если там просто щелчок проходит, то здесь вы чувствуете небольшую отдачу. Бам, прямо ощущается. Снизу мы видим механизм. О, вот здесь нужно будет маркером, возможно, подкрасить чуть-чуть. 20 целых у нас резинок в обойме. 20. И нужно будет сейчас их снять и намотать. Запас приличный, 20 штук все-таки, по-моему, даже чуть меньше сюда зарядил. Что-то я сбился в какой-то момент, стал считать. Сложновато эти резиночки пересчитывать, но в целом можно. И, конечно, уже к финалу тут натяжение идет большое, и так усилие нужно приложить. Так что я считаю, что вот эта винтовка, она для ребят постарше. Ну, давайте парня какого-нибудь поставим. Ой, а он прям такой? Автоматическая винтовка у нас. Реально? Смотрите. Обалдеть! Ничего себе! Я не думал, что это будет так. Автоматическая. Реально у нас очередь. Теперь еще больше хочу калаш. Раз, одна. И вторая. Получится ли по одной? Или, ну, как бы тут нужно, мне кажется, просто сноровка, чтобы по одной выстреливать. Вот так, допустим. Да,
можно и по одной, просто нужно приноровиться. Но когда у вас много здесь заряжено, вы видели, да, что происходит? И все выстрелили. Это просто круто было сейчас, я не ожидал такого. Я что-то видел, что автоматическое, но думал, что это так написано, знаете, ну, как-то просто для красного словца. Но оказалось, что нет, все серьезно. Здорово, что приближены к натуральному оружию, это прикольно, к настоящему. Эта серия именно, я думаю, пользуется особым успехом, хотя мне очень нравятся красивые те пушки футуристичные, они тоже необычные, классные для любителей таких всяких интересных вещей. Там дизайн решает, там классный. А это все-таки натуралистичные такие штуковины, при этом они намного безопаснее, естественно, чем какими-то пульками стреляющие. Действительно, можно и в помещении, можно и на улице, можно и с друзьями поиграть. Резинка, это, ну, просто многие делают из подручных средств какие-то резинкострелы. Здесь это все-таки на фабрике собранная, уже готовая штуковина, которая красиво выглядит, надежно собрана, все прочно, мощно и отлично сделано. Я пока полностью доволен. Главное сейчас посмотреть тоже качество стрельбы, какое у нас будет с этой винтовкой, потому что она, конечно, моя любимица из-за черного цвета, из-за автоматической стрельбы, из-за размеров, из-за подставки. Написано в детской, поэтому будем проверять в детской. Сейчас, правда, кошек это тоже привлечет. И теперь попытаюсь, из-за камеры не очень удобно, но пытаюсь прицелиться куда-нибудь попасть. Опа, чуть выше надо, ниже, бам, есть один. Так, сейчас попробуем, давайте сфокусироваться вот там. Только чтобы в кошку не попасть. И попробую прицелиться. И есть. Отлично. Спасибо. Да, Пенни, это, конечно, я играю с тобой. Давайте в этого приятеля. Пока она отвернулась, по елочке просто попробую. Итак. Бам. Теперь по парню. Бам. Бам. Отлично. Прицельность неплохая. Летит, конечно, не очень далеко. То есть вот... Смотрите, хотя вот в стену улетает отлично. Так, следующий это у нас был Глок. Вот он, мой любимчик из такого компактного. Ну, может быть, ПМ еще будет лучше, я не знаю, но посмотрим. Если вдруг еще я возьму на ролик, на обзор, то, может быть, стоит его проверить. Ставьте лайк, если хотели бы еще другие пушки тоже увидеть из коллекции Арма, именно вот этих таких реалистичных. Итак, фокусируемся. И погнали, значит, по этим ребятам. Оп. Есть. 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 Все. Но у него разброс хуже, слушайте. Неудобно, я просто тянусь из-за камеры. Наверное, надо было как-то вот так стрелять, тогда мне поудобнее было бы. Но я сейчас как бы обнимаю камеру вот так, и поэтому сложно. Мне кажется, он чуть-чуть послабее, но не кажется, это очевидно, у него меньше натяжения этой резинки здесь, у этого Глока. Но, не знаю, все равно, как лежит в руке, мне нравится он больше. Вот это мое мнение. Я бы смирился с не такой точностью, потому что все равно это по фану. Но это не тир же реальный, это же не какое-то соревнование там, я не знаю, олимпийское. Но это же просто развлекуха, поэтому как лежит в руке и как ощущение от него должно быть соответствующее. То есть тебе самому должно быть приятно, прикольно его держать в руках, с ним играться. Вот, и поэтому я даже вот выпускать из рук не хочу. Но теперь у меня на очереди винтовочка. Винтовочка. Ох, красотка. Но... Есть момент еще, который я заметил. Ее нужно держать левой рукой, заряжать в этом положении. И это не очень удобно, нужно потом перекинуть, если вы не левша. Зарядили, по идее, так просто. И потом перекинули. Как я раньше прицеливался, я что-то не могу понять. Здесь вообще довольно сложно прицелиться. Но попробую. Опа. Да, сложно по одной стрелять, но приноровиться стрелять по одному нужно здесь будет. И на это такой нюанс, чтобы вы понимали, у этой винтовки тоже есть. Летят они дальше, лучше. Ну, в общем, так скажу, что для, наверное, эстетического удовольствия больше мне нравится, конечно, эта винтовка, потому что сейчас я покажу, как круто она смотрится на стенде. По поводу внешнего вида, винтовка, конечно, мой фаворит. Она отлична и по наполнению, и по исполнению, и по дизайну, и по прикольной вот этой функции очереди автоматической стрельбы. Но я так
как бы для себя уже решил, что у меня будет коллекция из разных пушек. Я себе наберу всякого. По поводу всего остального, по поводу игры, наверное, небольшие пистолеты самые прикольные для быстрой, быстрая зарядка, быстрая игра, хорошо летят, прицельность отличная, можно все сбить. Самый оптимальный вариант по крайней мере, стрельбе, самый, наверное, ну, из всех трех, которые я видел, это вот эта пушка, она точная, довольно мощная из-за большого натяжения, она такая внушительная сразу, тоже круто исполнена, здорово выглядит, интересно, прикольно, и здесь все окей. В плане собственных впечатлений, конечно, мой любимчик Glock, не потому что я просто люблю Glock'и, а просто именно этот пистолет, он супер классный, как по мне, удобный, эргономика для меня прям супер идеально подходит. У него побольше, как вы видели, разброс, менее точный, может быть, менее удобный в плане натяжения резинок. Здесь, видите, меньше, вот это я напоминаю, зазор, и резинок сюда чуть меньше, наверное, ну, вот ты уже на 9-й, на 10-й чувствуешь такое, что могут соскочить отсюда, не знаю, у меня такое впечатление возникло. Здесь же вообще такого не возникало, потому что, видите, какая штука здесь и какая здесь. Во всем остальном, конечно, выигрывает вот эта большая пушка. По поводу вообще этих резинкострелов. Ну что, это классно для тех, кто хочет уже готовый продукт, почему должен быть ассортимент. Есть, понятное дело, сборные штуки и так далее, но здесь вам собрали на производстве уже готовая вещь. Рассказал вам, поделился своим мнением, много болтали сегодня, потому что, ну, действительно интересно, что-то у меня такого не было еще на обзоре, и это прикольно, мне понравилось. Вы можете ознакомиться подробнее по ссылке в описании, в магазине, откуда мне прислали, и ждать еще новый ролик. Чем больше поставите лайков и комментов напишите, там будет активность какая-то, тем быстрее выйдет второй ролик про футуристическое оружие от Арма тоже посмотрим. Пока!